Благодаря коллективному иммунитету, который удалось выработать после того, как достаточное количество людей сделали прививку от коронавируса, были сняты различные ограничения. В том числе по массовым мероприятиям проводятся таравих-намазы в мечетях, ифтары в общественных местах. Однако пункты вакцинации продолжают работать, и, как сообщили в республиканском штабе и со ссылкой на Духовное управление мусульман, люди, которые держат ОРОЗО, могут быть вакцинированы, так как прививка не нарушает пост. Сейчас у нас везде пункты работают до вечера, до 7, до 8. Так что вечером после того, как он откроет свой пост, может, наверное, получить. Прежде всего, после консультации врача прививочного кабинета. Если у него нет температуры, нет повышенного давления, нет никаких симптомов острых заболеваний, то может он получить. Стоит отметить, что в последние дни по республике статистика по заболеванию и смертности от коронавирусной инфекции нулевая. Однако опасения по распространению вируса все же существуют, отмечают специалисты. Кыргызстан открыл авиасообщения и наземные границы со многими странами, а значит, нет гарантии, что вирус не попадет на территорию республики. В настоящее время у нас минимальное количество больных в Кыргызстане. В настоящее время лежат 89 больных в стационаре, 31 больной в амбулаторных условиях лечится. Это не говорит о том, что коронавирус исчез или заболевание ликвидировано. Потому что во всем мире пока еще бушует инфекция. Вы же знаете, что в других странах большое количество еще регистрируется. Кроме того, появляются все новые мутированные штаммы вируса. Врачи продолжают призывать граждан пройти полную вакцинацию в целях замедления распространения вируса. Чем больше людей будут переболевать коронавирусной инфекцией, есть тем большая вероятность появления новых штаммов. И именно мутации, они могут менять свойства вируса, то есть это может быть свойство воспроизведения вируса или также вирулентность, то есть тяжесть заболевания. Поэтому никто не знает исход, грядет еще одна новая волна, поэтому хотелось бы призвать обезопасить всех своих близких, окружающих и прививаться. Специалисты продолжают призывать граждан пройти вакцинацию. Особенно важно сделать прививку пациентам с хроническими и сопутствующими заболеваниями, так как они входят в группу риска. Амана Исраилова, Руслан Сабатаров, АЛАТО 24.